Максим, ну вот первое впечатление, первые слова о стране, об организации, о стартах. Отличная страна, отличная организация, отличные соревнования, и я тоже молодец. Ты сегодня пожаловался перед стартом, что трудно проходить акклиматизацию, трудно подготовиться к стартам, давно не бегал. Насколько тяжело было вот во время соревнований, во время гонки? Ну, конечно, я 3 месяца занимался организационной работой, бессонные ночи дали все знать. Проявилось в первую очередь на беговых качествах и на стрельбе. За кисленность пошли штрафы под последние рубежи. Здорово. Мы уже с ребятами здесь вот спорим, то есть я всех опрашиваю насчет, что же лучше, русский вариант или немецкий вариант установок, уличных установок, мишенных установок. Твой личный взгляд как спортсмена, как ты себя почувствовал сам? Я могу сказать, 1000% установки, система хитрости. Jugendlichen und Erwachsenen. Und dann, glaube ich, haben wir das ganz große Finale. International Herren, wo wir die ganzen Spitzencracks in einem Lauf haben. Und dann die Staffel. Und da wird auch in den Staffeln und auch der Matthias nochmal dran sein. Завтра будет основной старт. Как тебе кажется, твой прогноз на кто победит, немец или русский? Все-таки завтра. Я думаю, что у немцев мало шансов, потому что у нас работает команда. Nicht nur für den Matthias, auch für die anderen. Jeder, der das weiß, da ist nochmal mindestens so spannend wie vorhin. Международный забег. Спасибо.